парке Лукоморья депутаты городского округа Химки собрались в торжественной обстановке, чтобы наградить лучших членов и сторонников партии «Единая Россия». Активистов отметили благодарственными письмами за активное участие в волонтерской деятельности, реализацию мероприятий, партийных проектов и народной программы, а также весомый вклад в развитие муниципалитета. Проект у нас реализовывается третий месяц. За этот период проведено уже больше 60 мероприятий. И это как раз то время, которое дает возможность уже подвести первые итоги этих мероприятий, понять, насколько это интересно для жителей, ну и, соответственно, в каком направлении, на что нужно сделать акцент. Для молодых партийцев более опытные провели мастер-классы и обучающие лекции. Основной упор на патриотическую работу с населением. По всему округу Химки проводится большая работа по патриотическому воспитанию. Это и волонтерство, совершенно верно, и концерты, которые посвящены значимым датам. Кроме того, в рамках мероприятия участники подвели итоги за 3 месяца реализации масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он объединил людей самых разных возрастов. Горожанам рассказывают о знаковых исторических событиях, военных и трудовых подвигах наших предков. Проводят кинопоказы, мастер-классы, круглые столы, просветительские и патриотические лекции, концерты и устраивают встречи с историками, литературоведами, краеведами и участниками СВО. Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.